Сегодня мы будем наращивать, помогать орхидеи с детки нарастить корни. Как вы знаете, эта орхидея, детка, у меня очень давно. Она выпускала листочки один за одним, и сейчас уже побольше листочек, но корней все нет. Мне хочется, чтобы побыстрее уже были, поэтому мы будем с вами проводить опыт по наращиванию корней у деток. Мы возьмем сфагнум от орхидеи, потому что в лесу у нас его не найти. И намочим его в водичке кипяченой. Размочим его, чтобы он был уже податливой формы, чтобы его можно было с ним что-то сделать. Немного его отожмем. И нарастим, обвернем шейку у детки. Вот так мы ее обернули. И в дальнейшем мы это будем дело опрыскивать, так как, чтобы он не засыхал, чтобы здесь образовались корешочки. И, надеюсь, такой метод очень будет эффективнее, и у нас корешочки быстрее начнут расти. Ну, посмотрим, через сколько нарастут корешочки у детки. Всем спасибо за внимание и всем пока!